Объединенная команда исследователей из нескольких американских институтов создала искусственный глаз с возможностями, близкими к человеческим глазам. Искусственный глаз сделан из вольфрамовой оболочки с алюминиевой подкладкой. Корпус заполнен ионной жидкостью. Новаторским является наличие сетчатки из оксида алюминия, усеянной порами. В каждой размещен фотодатчик. Искусственный глаз способен определять диапазон интенсивности света, близкий к человеческому глазу. Его светочувствительность также очень близка к чувствительности человеческого глаза. Он даже реагирует на изменение интенсивности света быстрее, чем человеческий глаз. Способен создавать изображения с очень высоким разрешением, по крайней мере теоретически. Чтобы проверить устройство на практике, необходимо подключить 1 000 000 проводов к сетчатке. Это является следующим этапом исследования. Guten Tag, wir sind hier für Gäste.